Современная ствольная артиллерия сохраняет ведущее место в огневом подавлении противника. Однако расход снарядов, количество привлекаемых орудий и время выполнения боевых задач остаются все еще значительными. Сокращение расхода боеприпасов и времени выполнения боевых задач может быть обеспечено только при стрельбе с высокой точностью. Проблема кардинально решается качественно новым, высокоточным комплексом артиллерийского управляемого вооружения. «Краснополь» – первый высокоточный артиллерийский комплекс, предназначенный для поражения бронетанковой техники и инженерных сооружений на дальностях до 25 километров. Комплекс «Краснополь» разработан для 152-мм отечественных артиллерийских систем 2С-3М, Д-20, 2С-19, 2А-65 и 155-мм зарубежных артиллерийских систем М-109, ТРФ-1 и ФХ-77Б. В его состав входит управляемый снаряд со штатным метательным зарядом в гильзе или в картузе, в зависимости от типа используемой артсистемы, и лазерный целеуказатель дальномер типа 1D20, 1D22, 1D26 или DHY-307. Управляемый снаряд «Краснополь» состоит из отделяемого в полете защитного блока оптики, лазерной полуактивной головки самонаведения, аэродинамического автопилота, работающего от воздушного аккумулятора давления, мощной многоцелевой боевой осколочно-фугасной части, разгонного двигателя и блока стабилизаторов. Длина снаряда 1300 мм. Его масса 50,8 кг. Масса боевой части 20,5 кг. Управляемый снаряд выполнен по аэродинамической схеме «Утка» с сильно развитыми несущими поверхностями, позволившими придать снаряду высокую маневренность. Целеуказатель располагается в машине командира батареи или на выносном наблюдательном пункте. Для синхронизации и связи целеуказателя с огневой позицией используются штатные средства. Комплекс обслуживается штатным расчетом. Принципы организации стрельбы комплекса «Краснополь» предельно просты и полностью соответствуют правилам стрельбы и управления огнем наземной артиллерии. После обнаружения цели ее координаты передаются в командно-штабную машину дивизиона. Здесь вычисляются исходные установки для стрельбы, по которым производится подготовка к выстрелу. Начальный, неуправляемый участок полета снаряда представляет собой баллистическую траекторию с дальностью до 12 километров. При стрельбе на большие дальности на восходящей ветви траектории срабатывает разгонный двигатель, обеспечивающий увеличение дальности до 16 километров. Применение инерциального наведения позволило увеличить дальность стрельбы до 25 километров. Скоростная видеосъемка позволяет проследить функционирование снаряда на траектории. После выстрела происходит срабатывание разгонного двигателя, раскрытие рулей, сход блока носового, полет снаряда до цели, поражение цели. Настильная траектория обеспечивает эффективную стрельбу при низкой облачности. При подлете снаряда к цели на дальность 2-3 км целеуказатель автоматически включается в режим подсвета.
Зона захвата и наведения в комплексе «Краснополь» всегда больше возможного рассеивания снаряда и составляет по глубине 2200 метров, по фронту 1000 метров. Это позволило придать ствольной артиллерии принципиально новые качества. Возможность замены традиционных способов обстрела по площадям стрельбой по отдельным, малоразмерным целям с высокой вероятностью их поражения. Стрельба по групповым целям, расположенным на значительном удалении друг от друга, на одних и тех же установках, рассчитанных относительно центра группировки. Стрельба при отсутствии или при сокращении метеобаллистической подготовки. Поражение движущихся целей. Метод наведения управляемых артиллерийских снарядов на цель с реализацией взлетно-пикирующих траекторий обеспечивает их попадание в цель сверху в наиболее уязвимую проекцию, что в сочетании с мощной осколочно-фугасной частью позволяет поражать как бронированную технику, так и сильно укрепленные инженерные сооружения. Наличие в подсветчике и в снаряде 4-литерных частот позволяет одновременное наведение 4 снарядов на близко расположенные цели при подсветке каждой своим целеуказателем. По сильно укрепленным целям и объектам может вестись залповая стрельба нескольких орудий при подсвете целей одним целеуказателем. При проведении испытаний комплекс обеспечивал уверенное поражение малоразмерных целей на всех дальностях. Бронированная цель на дальности 20 км от огневой позиции. Цель поражена с первого выстрела. Укрепленная точка на дальности 3 км. Поражена с первого выстрела. Комплекс обеспечивает поражение также и подвижных целей. Сумерки. Скорость движения цели 36 км в час. Дальность 14 км. Цель поражена первым выстрелом. Выполняется задача на поражение групповой цели. Три цели, расположенные на расстоянии 600 метров друг от друга, подсвечиваются последовательно одним целеуказателем. Стрельба ведется с интервалом 30 секунд. Групповая цель уничтожена 3 снарядами за 1 минуту. Выполняется задача на поражение групповой цели на дальности 10 км. Работают одновременно 3 комплекса по 3 целям. Задача выполнена 3 снарядами. Выполняется задача на поражение залпом сильно укрепленного пункта. Цель подсвечивается одним целеуказателем. Цель поражена. Стрельбовые испытания в горных условиях на высоте 2500 метров и скоростью ветра 25 метров в секунду и успешное поражение морских целей подтвердили высокие боевые характеристики системы. Комплекс «Краснополь» является принципиально новым видом артиллерийского вооружения. Впервые в мире обеспечено на дальностях до 25 км поражение сверху бронетанковой техники и инженерных сооружений первым выстрелом без пристрелки. Вероятность поражения не менее 0,95. Для сравнения дадим таблицу военно-экономической оценки комплекса «Краснополь». Для поражения взводного опорного пункта батальонной артиллерии необходимо израсходовать 800 штатных снарядов за время 12 минут. При этом собственные потери составляют 15%. Для поражения взводного опорного пункта батареи с управляемыми снарядами «Краснополь» понадобится всего 12 управляемых снарядов. Время для подавления опорного пункта составит 3 минуты. При этом собственные потери отсутствуют.
Внедрение комплекса «Краснополь» в войска расширяет боевые возможности ствольной артиллерии и обеспечивает качественно новый уровень артиллерийского вооружения.